Вот, если получится, все-таки будет видео коротким, о том, как сделать совсем миниатюрные шайбы из металла, шайбы, которые устанавливаются как подкладки под клепки для сборки опасных бритв. Сейчас я попробую отрывками, но все же состряпать видео, которое поможет вам это осуществить. У меня получается хорошо. Это с китайского сайта. Заказывайте за 100 рублей, 100 с чем-то рублей. Вот такие вот, как правильно назвать, не знаю, как они называются. Но для бурмашинки, это куда отрезные круги там устанавливаются и прочее. Вот, берете такие вещи. В принципе, одна только штука понадобится. Может, у вас уже есть. И смотрите, что будет дальше. Вот, следующий шаг. Берете штангенциркуль и отчерчиваете 5 мм от края и 2,5 мм. Вторая полоска 2,5 мм будет означать это середину. Сверлим. В итоге получается вот так. Сверлить можно без керновки. То есть тут легко попасть очень сверлом таким тонким. Я лично 2-миллиметровым сверлом сверлю. Но можно и по толщине болта, который вот к этим вот у них винчены. То есть вот, вот так вот сверлим. Теперь берем ножницы по металлу и отрезаем. Отрезаем вот так. По той линии, которая 5 мм. И вот так вот на квадраты. Вот так выглядят нарезанные заготовки. Стараться надо, чтобы было не прямоугольное, а ближе к квадрату что-то. Более квадратные выходили. Вот так вот насаживайте по две штуки. Можно по одной, но тут по две хорошо. Больше не нужно, потому что резьба у этой насадки, она очень такая слабенькая и сорвется. Поэтому одну-две штуки. Толщина у моих заготовок где-то 1,2 мм. Точно сейчас не скажу. Вот. Теперь берем напильник. Включаем дрель. Уху, дремель. И вот так вот обязательно вводим. Желательно даже руками как можно меньше водить, а водить больше напильником. И плавно, так плавно. Сначала с легким нажатием, потом чуть больше, потом опять с легким. И до тех пор, пока эти вот квадраты не станут по диаметру одинаковым, вот как вот эта вот насадка. Вот прямо, видите, уже вот это начинает блестеть. Все, стоп. Но не совсем стоп, а еще на наждачке у меня вот четвертый или шестой номер, на нем слегка так вот заблестить, то есть придать вид полноценный. Что ж, одной рукой не получится меня держать, поэтому сейчас я временно отключусь. Вот так это выглядит после обточки. То есть видите, все запотлицо. Вот. Но у меня уже вот эта насадка слегка начала стачиваться. Потому что я уже делаю не один десяток этих шайб. Вот. Сейчас разбираем. Ну вот, я решил не снимать сразу с болта. То есть так вот отвинтил. Где тут у нас сложно мобильником вообще обращаться. Вот вывинчиваю. Вот так они выглядят в болте. Стучим. Выпадают вот такие шайбы. С боков они уже такие блестящие, хорошо. То есть на шестерочке я их, или на четвертом номере, не знаю. В принципе, это не очень важно. Главное, не крупнее шестерки. Так вот соскукиваем. У нас две шайбы. Ну, в общем, одной рукой мне это сложновато снять сейчас. Ага, вот. Вот результат. То есть это как раз тот самый размер, необходимый для вот именно подкладки, подклепки, для именно сборки бритв опасных. Вот, в принципе, все. Ну, я делаю дремелем. Но мне кажется, не то что кажется, я уверен, но можно сделать то же самое на сверлильном станке, даже дрелью. То есть это принцип один и тот же, на чем это все крутить. Самое главное, что были вот такие вот насадочки для бормашинки. И латунь.
ножницы по металлу. Желательно острые, чтобы все четко уходило, а не как вот этот вот блестящий закусило. Ну вот все, по-моему. Все.